Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я тоже могу так себя, наверное, называть, потому что имею прямое отношение и к производству, и к экономике. И в свое время, естественно, тоже был студентом. Правда, и сейчас не забываю, иногда учусь, потому что этот процесс, по-моему, вечный. Нельзя останавливаться, особенно в наше время, как есть такая пословица: если хочешь оставаться на месте, иди шагом, если хочешь идти вперед, надо бежать бегом. Вот иногда приходится, как говорится, и в том числе заниматься учебой. Хотел бы поблагодарить за приглашение встретиться с вами. В самом деле, военмех — это тот вуз, который на слуху в России, в Советском Союзе, да и во всем мире. Ну, выпускников, как говорится, знают во всех точках, наверное, нашей планеты. Поэтому еще раз благодарю за приглашение и с удовольствием всегда буду откликаться на ваши предложения о встрече или просто где-то оказание какого-то содействия вам, ну, в том числе, как говорится, чисто в человеческих контактах и с выпускниками вуза, с преподавателями. Поэтому к вашим услугам, как говорится. Хотелось бы несколько тематик затронуть в наше, в нашей деятельности, я имею в виду депутатской, и посвятить то, чем в основном занимается Дума, в том числе и фракция, та, в которой я состою. Да, я избирался от Коммунистической партии Российской Федерации, состою во фракции КПРФ. Вы все люди грамотные, знаете, что 4 фракции в Госдуме на данный момент находятся. И поэтому позвольте мне, не вникая, не углубляясь в политику, говорить, в общем-то, на основе цифр и тех заключений, которые выдают официальные органы. О нашей жизни. На мой взгляд, сегодня идет борьба телевизора с холодильником. Слушаешь телевизор, вроде все более-менее нормально, прилично. Открываешь холодильник, что-то вроде как не то становится. И не так весело вроде живется. Так вот, сегодня я буду с вами, наверное, разговаривать больше с позиции холодильника, потому что телевизор вы все сами можете без меня посмотреть, как говорится. Один из главных этапов деятельности депутата – это принятие бюджета федерального, который, в принципе, в спешке был принят осенью 2016 года. А ведь он определяет параметры, задает направление развития и показывает приоритеты. И как, в общем-то, глядя на него, можно уже определить, как будет жить дальше страна. Поэтому, как вам уже сказал, сейчас хочу озвучить несколько цифр без всякой политики, но с учетом вышесказанного, то есть с учетом, как говорится, взгляда от холодильника. Внутренний валовый продукт, я прошу некоторые цифры, просто акцент сделать. Внутренний валовый продукт в 2016 году 82 триллиона 815 миллиардов долларов, в 2019 году 98 860. Доходы, прошу отметить, в 2016 году 13 триллионов 368 миллиардов, в 2019 14 844. То есть, видите, валовый продукт на 16 триллионов, в принципе, вырастает, а доходы почему-то только практически на 1 триллион. Расходы в 2016 году 16 триллионов 403 миллиарда, в 2019, заостряя момент, 15 987. То есть, в принципе, снижение расходов государственных. Структура расходов тоже очень интересна. На оборону в 2016 году 3 триллиона 889 миллиардов расходов, в 2019 году 2 триллиона 816. Вот здесь как бы обороноспособности и вы непосредственно как специалисты, и ВУЗ имеют прямое отношение, и все мы как бы с вами понимаем, что через год-два станет проблема конверсии, куда, как говорится, и необходимо освоение как минимум какой-то другой продукции на предприятии, так называемого мирного назначения. На экономику в 2016 году расходовалось 2 триллиона 166, в 2019 2 триллиона 167. То есть практически за 3 года никакого прироста нет. Вот как она жила, вот такая поддержка, как говорится, от государства и будет. Жилищно-коммунальное хозяйство, что мы все на себе испытываем.
2016 году 56 триллионов 80 миллиардов, в 2019 27 триллионов. То есть заметьте разницу, как говорится. Здравоохранение 465 миллиардов. Я округляю цифры некоторые, извиняюсь, как говорится, в 2019 363 миллиарда. То есть тоже видим прямое снижение. Образование, наверное, единственное из всех статей расхода, более-менее, так сказать, значимых, где по большому счету на 10 миллиардов расходы увеличатся за 3 года. Ну что такое 10 миллиардов? Я думаю, даже вам говорить об этом не стоит. А ректор, я считаю, что с этим регулярно сталкиваться и представляю, что такое. Физкультура и спорт в 16-м 66 миллиардов, в 19-м 34. А социальная политика 4 триллиона 630, в 19-м 5 триллионов 054. То есть, глядя на этот бюджет, по большому счету можно уже определить, что развитие не видно, а вот социальные группы поддерживать будем. Но понимаю, что без развития скоро деньги закончатся, потому что их зарабатывать надо. Дефицит бюджета в 2017 году 2 триллиона 753 миллиарда, в 2019 1 триллион 142 миллиарда. Средства резервного фонда в 2017 году закончатся, потому что будут покрывать дефицит бюджета. Фонда национального благосостояния тоже уменьшится более чем на триллион рублей. Поэтому, по большому счету, в принципе, идет проедание. Я хочу только здесь уточнить, что эти расчеты все делались из расчета $40 за баррель. Это, с одной стороны, говорит о том, что, в принципе, могут быть, если цена больше, то расходы эти возрасти, к примеру, и доходы. Но, с другой стороны, говорит о том, что насколько мы зависим от всего этого, нефти, газа и, как говорится, не от производства. И все эти цифры, еще раз повторюсь, чтобы не было каких-то домыслов, они сделаны из заключения Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 год. То есть вот у депутата все эти цифры отсюда. Если внимательно почитать, вот я как раз озвучил то, что дает Счетная палата. Это орган при Госдуме, который, как говорится, реализует и анализирует те бюджеты и те расходы, которые проводит наше любимое правительство. К сожалению, продолжается тенденция снижения инвестиций в основной капитал. В 2015 году износ основных фондов в целом по экономике впервые за все времена превысил отметку 50% и составил 50,1%. И тенденция, к сожалению, увеличивается. Что хотелось бы здесь отметить, все мы представляем, что не бывает одного подхода к каким-то делам, так же, как и в бюджете, есть как минимум два подхода. Это первый – развивать и зарабатывать, повышать благосостояние граждан и смотреть вперед стратегически. И есть второй подход – это урезать и проедать. Какой подход из тех цифр, которые я вам озвучил, я думаю, тут комментировать не надо. Тем более, что если еще принимать во внимание, что меня очень поразило при встрече заявление главы Центробанка, что главное это подавление инфляции, в том числе и за счет снижения потребительского спроса и уменьшения экономической активности. Что подтверждает слова, что не ждите денег в экономику. За данный бюджет проголосовало 334 депутата, порядка 100 депутатов голосовали против. Но я не буду комментировать, кто за данный бюджет голосовал. Все вы люди, надеюсь, политически активные и представляют. Но все же, что поражает вот все эти вещи, и в том числе разговоры с министрами, и когда встречи за круглым столом, или когда выступают на правительственном часе, что даже при такой экономической кредитно-финансовой политике есть предприятия, которые довольно успешно работают. Вот как им удается, в принципе, понять можно, и на мой взгляд здесь присутствуют две составляющие. Первое, есть такая форма хозяйствования, как народное предприятие. Вот мне пришлось в них побывать,
где работник максимально вовлечен в деятельность предприятия и имеет возможность участвовать в управлении. Например, совхоз Ленина в Московской области, недалеко от Москвы, плодово-овощная продукция занимается, молочное производство, переработкой. Они сами строят жилье, детские сады. Вот когда я увидел детский садик, я не был в Париже, правда, мне достаточно Петербурга и Москвы, но картинки показывает Диснейленд этот, он еще покрасивее. Вот Диснейленд в той картинке, которую на экране телевизора, как говорится, выступает. Они сами устраивают быт, они сами участвуют в распределении прибыли, зарплата там свыше 70 тысяч, и несмотря на близость Москвы, никто не рвется работать в Москву. Очередь стоит, как говорится, на работу. Звенигородский совхоз тоже, Мариэл, мясной продукцией занимается, оборот у них больше 13 миллиардов, одних налогов порядка миллиарда перечисляют. Что еще там? Каждому работнику в месяц 9 килограммов мясных изделий отпускает по цене 1 рубль за килограмм. Как директор этого совхоза говорит, чтобы не бесплатно было. Мы все сами понимаем, что такое 1 рубль. И, кстати, на выставке в Германии, которая раз в 2 года проходит, было там 28 различных номинаций. Так вот, более чем 20 их продукция заняла первые места. Вот кажется, почему бы... И второе составляющее, да, извините. Работает эффективно там, где государство способствует организовать спрос, участвовать в софинансировании и в обеспечении получения льготного долгосрочного кредита, потому что производство работать, как говорится, без оборотных средств не может. К сожалению, это сейчас большая проблема. И как пример, постановление правительства 1432 о поддержке сельского машиностроения, где в течение 3 лет практически предприятия, участвующие в этой программе, а это Россельмаш, к примеру, Петербургский тракторный завод, подробнее вот Николай Юрьевич, наверное, об этом скажет, где практически за 3 года вдвое увеличили выпуск продукции, увеличили отчисления в бюджете всех уровней, создали новые рабочие места, повысилась, естественно, зарплата, освоили, подготовили к выпуску к серийному новую модель трактора. Кажется, чтобы не изучить этот опыт и не сделать, как говорится, его общедоступным, вроде всем хорошо и выгодно, но, к сожалению, на призывы и на разговор там с министрами, от которых, как говорится, решения все эти происходят, правительство, к сожалению, на это не реагирует. Непонятно из каких, как говорится, побуждений. Несколько слов. Все мы с вами, как говорится, живем реально на земле. Поэтому, исходя вот из анализа федерального бюджета на 2017 год и заключения счетной палаты, хотел бы просто несколько слов о том, как жить будем. Прогнозировать темпы роста реальных располагаемых доходов населения и реальные зарплаты не позволят достичь к 2019 году даже уровня 2014 года. Ну, вы знаете, было резкое снижение практически на 10% в 2015 году. Вот будем догонять. Прогнозируется, что в 2019 году примерно 20,5 миллионов человек будут получать доход меньше величины прожиточного минимума, что на 1,4 миллиона человек больше, чем в 2015 году. Но сейчас в Государственной Думе создана межфракционная рабочая группа по достижению минимальной зарплаты не менее уровня прожиточного минимума. И сразу хочу сказать, что на сегодня эта проблема касается порядка 5 миллионов человек, работающих. Я являюсь членом в этом комиссии, рабочей группы, вернее, первого заседания состоялось. Каков результат будет сказать сложно, но подчеркиваю, такая задача стоит, но вообще-то эта тема решается и вбрасывается периодически в эфир на протяжении уже как минимум 16 лет. Поэтому, ну и когда говорим мы о том, что надо развивать, надо туда денег добавить, сюда, главный аргумент основной у оппонентов, а где взять деньги? Но на это, я думаю, ответы, как говорится, на поверхности, но их, к сожалению, не рассматривают. Ну, во-первых, надо создать условия, чтобы можно было их заработать. А из бюджета, в общем-то, по большому счету, это не видно.
Далее всегда возникает вопрос, а почему природное богатство работает в основном не на всю страну, а на отдельную группу? Почему мы не можем ввести госмонополию на производство и продажу алкогольной продукции? Почему не можем навести порядок в расходовании госсредств? В каждом этом пункте, в общем-то, если его до конца довести, можно, как говорится, найти триллионы рублей, и тогда можно, как говорится, эти средства добавить в бюджет. Да и само по себе, когда у какого-то полковника несколько миллиардов рублей наличными в квартире лежит, для того, чтобы вывести, надо КАМАЗ было, я думаю, в принципе, говорить о том, что в России там нет денег, ну, наверное, не совсем правильно. И вот когда я вел речь обо всем выше о прожиточном минимуме, хотелось бы к вам как бы обратиться и узнать вашу точку зрения, как вы относитесь к введению прогрессивного подоходного налога? Вот сама по себе эта тема вроде гуляет у нас в России, решений никаких нет, но я сразу скажу, что в ближайшее время фракция КПРФ, я в частности, будем вносить этот доход. Потому что просто несколько цифр, которые, честно говоря, говорят о том, что до этого давно необходимо делать. Что если, например, на 2% повысить НДФЛ с доходов свыше 500 тысяч, кто получает в месяц, а я думаю, у нас таких немного, то годовой эффект составит порядка 350 миллиардов рублей. Это только по черту 2% и только на эти суммы. А если взять, грубо говоря, суммы, которые по миллиону в месяц, по 3 миллиона, а некоторые и в день по 3 миллиона, ну это не секрет сейчас, все вы читаете интернет и прессу, иногда это проскакивает, иногда этому можно верить, иногда нет, потому что всему верить в интернете тоже, наверное, не совсем правильно. И когда говорят, что вот уйдут в тень, я считаю, что это разговоры, в общем-то, для бедных. При нынешнем контроле и возможности проконтролировать, как говорится, ситуацию, чтобы не ушли эти деньги куда-то в серую, в конверты, вполне возможно. Ну, еще один в России, я думаю, вы тоже, может быть, знаете, если нет, хочу сказать, что в России 100 членов списка Forbes, знаете, наверное, периодически, как говорится, читаете, к сожалению, себя там, наверное, немногие из вас видят, но вот эти 100 членов списка владеют 35% национального богатства. Я, в общем-то, когда об этом говорю, я не за то, чтобы отнять и поделить, но вообще-то, когда в стране особенно тяжело и все прочее, надо, как говорится, делиться и со страной, и для помогать бедным. Заканчивая уже, сейчас мы вступили в период четвертой индустриализации, индустриальная революция, так сказать, или технологического уклада, как многие говорят, что имеет прямое отношение к вам, вы это, как говорится, двигаете, продвигаете, нанотехнологии там и так далее, впереди там и пятые, и шестые. Так вот, где, в каком обозе мы с вами будем через энное количество лет, в том числе, в принципе, зависит вот то, о чем я говорил выше, о действиях правительства, но, естественно, от нас с вами, как мы будем прилагать свои силы и возможности. У нас в городе только крупных предприятий и средних 740, более 24 тысяч малых. Доля Санкт-Петербурга, что, в общем-то, меня всегда, я чувствую гордость за свой город, доля Санкт-Петербурга в общем объеме машиностроительной продукции по России составляет более 11%. То есть это мы с вами, как говорится, эту продукцию делаем, и она качественная и нужная людям. Если сюда еще научные учреждения, организации, то есть где применить свои силы и возможности. Поэтому студентам пожелал бы учиться и найти возможность применить свои силы и возможности, потому что есть проблемы, как говорится, в том, что после окончания училища, вернее, университета, института, неважно, образовательного учреждения, всегда возникает, как говорится, здесь проблема, о которых я сейчас попытался вам сказать. Еще об одном, наверное, мимо не пройти, вы, наверное, слышали по телевидению, фракция КПРФ недавно внесла в Госдуму проект закона «Образование для всех» называется.
Вот интересно здесь, как говорится, реакция, и каковы там, по большому счету, отличия от того действующего, которое есть. Вот просто несколько хотел бы перечислить. Там речь идет о том, чтобы поднять уровень финансирования образования до 7% от ВВП. Сейчас где-то за 5 лет, подчеркиваю, чтобы не было там удара, как некоторые говорят, для бюджета там все прочее. Сейчас в районе 4%. Все мы с вами знаем, что любая развитая страна тратит в районе 10% от ВВП, потому что иначе они модернизацию и все прочее не освоить и не поднять. Второе, это отказаться от чисто подушевого финансирования, а с учетом реальных потребностей. И закрывать школы с учетом, как говорится, согласия схода граждан. Почему? Потому что в Российской Федерации вообще-то более 24,5 тысяч закрытых школ. А это, в общем-то, база и для университетов, институтов и т.д. и т.п. Особенно в сельской местности. Про ЕГЭ, там тоже речь, как говорится, идет. Если кто интересует, можете почитать. Также речь идет о внедрении электронного обучения. И что касается в социальном плане, было высказано здесь, в этом проекте закона, о том, что преподавателей по пенсионному обеспечению нужно приравнять госслужащим, потому что выполняя функции государства, преподаватели, которые, как говорится, учат людей. Но, к сожалению, как и многие другие, к примеру, закон о детях войны, об индексации пенсии работающим пенсионерам, не буду называть, какая партия, также благополучно провалили. За этот закон проголосовало тоже порядка 100 депутатов. Ну и пожелать всем, чтобы вы в будущем слушать, конечно, необходимо, слушайте, но всегда соизмеряйте с тем, кто как, за что, за какие законы голосует. И в связи с этим вы делаете уже выводы, кого поддерживать, куда смотреть. И, в общем-то, здесь не хочу и не планировал, и не буду заниматься, как говорится, агитацией, но все же об этом необходимо сказать, потому что любое человека нужно смотреть по делам, а не по его словам. Я бы хотел в заключение, у нас недавно был юбилей, поздравить с этой знаменательной датой и преподавателей, и студентов, и как у вас говорится, за успехи в военмехе. Спасибо.